острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. О таких говорят «вспыльчив как порох» или «у нее короткий запал». Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Активизирует воображение. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Авторитетные личности, которые часто встречаются на руководящих должностях, иногда становятся трудоголиками. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Очень часто владельцы этого имени – целеустремленные реалисты, обладающие лидерскими качествами. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.